В Ульяновске начинается сезон ремонта дорог. Дойдут ли руки до самых проблемных мест у управления дорожного хозяйства администрации города Ульяновска? Ремонт, как уверяют чиновники, носит симптоматический характер. Устраняются ямы, чтобы водители сохранили колеса своих авто в целости. Откачивается вода, чтобы пешеходы могли перейти дорогу пешком, а не вброд. Чиновники, рабочие, депутаты и жители готовы выстраивать диалог. На 2-3 недели мы это сделаем. Сейчас вот в апреле месяце, да. Конечно, они рвут колеса и так далее, понимаете? А куда деваться? Ну вот поставили, сейчас оно 2-3 недели пойдет, в этом году весна ранняя будет. Где-то в апреле месяце мы начнем ямочный ремонт. Пока выбоины заделывают временно, холодным асфальтом. Технологии выдерживают. За этим следит общественность, специалисты и депутаты. Однако впереди эти участки ждет капитальный ремонт. Управление дорожного хозяйства при мэрии города начало плановый ремонт дорог, приуроченный к весенне-летнему периоду. Мы с вами видим, что ремонт начался, успешно проводится. Применяются новые технологии холодного асфальта. В принципе, к качеству претензий я не имею. Дорожники говорят, что ремонт этим летом предстоит большой и капитальный. Асфальтовые заводы уже активно расконсервируют. Пока же в каждом районе города ежедневно работают 6 бригад в дневное время и 3 ночью. Планы на сутки формируются из данных по мониторингу дорог и обращениям жителей. Уже с 15 апреля, как уже говорилось неоднократно, у нас приступим к ремонту, капитальному ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Я хотел бы отметить, что у нас в этом году будет 19 участков капитально отремонтировано, больше 21 километра дорог. На сегодняшний день торги по этим дорогам произведены, подрядчики все выбраны. В период таяния снега там, где есть неровность, обязательно собирается лужа, как, например, по адресу Азовская, 95Б. С этим тоже пытаются бороться. Откачкой воды и прочисткой ливневок занимаются другие бригады той же организации. На Азовской одна из этих бригад уже была. Там не существует ливневой канализации, к сожалению. Вот. Ну, откачиваем периодически, заезжаем, откачиваем, устраняем. На весь город по откачке и прочистке работает пока только 3 бригады. Снег тает быстрее, чем воду успевают откачать. Поэтому многие жители города такую работу считают неудовлетворительной. Вот это 30-й новый, вот следующий 28-й, 26-й. Там одни колдобины, там проехать нельзя. Ничего не делают. Рядом сделали дорогу. Вот ливневку делали, когда это самое. Я человек неравнодушный. Говорят, что асфальт сделан нормально. Прошел дождь, растаял снег, не перейдешь вплавь, потому что ливневку сделали неправильно. Ульяновским дорогам эта зима далась нелегко. Постоянная сырость здорово разрушила даже качественное асфальтовое покрытие. Однако городские власти и депутаты уверены, все дорожные проблемы будут устранены в течение лета. Деньги на исправление ситуации есть. Остается ждать погоды. Павел Половов, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.